До велоприставки моя жизнь практически не имела смысла. Я передвигался как мог. Люди постоянно смотрели на меня и думали: смотрите, какой он беспомощный. Но потом появилась она. Велоприставка! Я теперь стал совершенно по-другому себя ощущать. Я теперь езжу со скоростью ветра. Я могу увлечься игрой этой езды на велоприставке. Эта коляска меня больше никак не останавливает. Теперь я настолько сильно свободен, что я просто не знаю. Мне хочется ехать.